Кадетский 5К класс открыт в 18-й школе. Цель похода в горы – на практике отработать и закрепить полученные знания. Этому предшествовали несколько месяцев занятий с сотрудниками сочинского ОМОН. Дважды в неделю они преподают кадетам основы строевой подготовки, приемы самообороны, технику выживания в экстремальных условиях и правила ориентирования на местности. В общей сложности ребята прошли 10 километров. По дороге останавливались на привалы и одновременно учились выставлять дозоры. Ребенок очень рад, что он попал в кадетский класс. Он стал намного дисциплинированнее, стал еще сильнее, мужественнее. В нем появились качества, самоутвердился во многом. И, естественно, учеба, конечно, на первом месте. Он учится очень хорошо, почти отличник. На месте кадеты делились на группы по 3 человека и получали задание – быстро выбрать место, установить укрытие из плащ-палатки, а также развести условный костер. После этого доклад офицеру о выполнении задачи. Завершился поход соревнованиями по стрельбе из пневматического оружия. Каждый ребенок на память забрал свою мишень. Я сделал 3 выстрела и попал 2 раза в девятку и 1 раз в десятку. Получается 28 очков. На следующих занятиях кадеты отработают элементы альпинистской подготовки, установку плащ-палаток, приготовление еды в полевых условиях, а также элементы маскировки в форме игры. Кадетские классы в Сочи открылись на базе 3 школ. Почетное звание кадетов-росгвардейцев теперь носят более 100 учеников 5 класса гимназии номер 5, 18 и 66 школ. Татьяна Говоркова, Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.